Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Робин Уайт, английский художник и скульптор, известен созданием проволочной скульптуры из нержавеющей стали, изображающих фей. Его самая известная скульптура называется «Танцы с одуванчиками». Родился в 1160 году, как написано на его сайте. Его отец был инженером. Он начал рисовать карандашом в старших классах школы, был творческим на протяжении всей своей жизни и начал создавать трехмерное искусство уже во взрослой жизни. Я пользуюсь сайтом художника. Получил фотоаппарат в 2009 году. Пока он экспериментировал с фотоаппаратом, сделал снимок и увидел на фотографии призрак феи. Затем в 2010 году ремонтировал проволочное заграждение и заинтересовался податливой проволокой. Вскоре после этого он создал свою первую фею из той же оцинкованной проволоки для забора. Создание феи началось для Уайта как хобби. В 2011 году он основал бизнес под названием Fantasy Wild. Затем Уайту было поручено изготовить еще несколько скульптур для Trondheim Gardens. Крупный парк. Робин Уайт создал 4 скульптуры танцующих с одуванчиками, которые он назвал One O'Clock Wish. Утверждает, что 20-секундное видео скульптуры, которое он назвал «Воплощение мечты», стало вирусным в 2014 году. Ну, вот такие данные с сайта художника Робина Уайта, английского художника и скульптора. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.